Всем привет! Сегодня мой видеоролик посвящается пляжам Коста-Адехи. В муниципалитете Адехи находятся всех больше пляжей южного побережья. Какие здесь пляжи, а какие самые лучшие, будет далее в видеоролике. Побережье Адехи имеет самые разнообразные пляжи. Здесь есть песчаные, дикие, спокойные бухты, а также одни из самых красивых и популярных пляжей острова Тенерифе. Начну, пожалуй, с пляжа Ла Энрамада. Он находится в Локалете. Пляж имеет покрытие из черного вулканического песка и гальки. Заход не везде пологий. Пляж очень тихий. Спокойствие разбавляет пляжное кафе. Рядом с пляжем Ла Энрамада находятся отели Коста Адехи Палас, Хавима Хардид и новый пятизвездочный отель Роял Хадавей Коралес. Пляж Ла Пинта – это небольшая бухта. Из-за волнорезов здесь не бывает больших волн, поэтому пляж идеально подойдет для плавания с маленькими детьми или для тех, кто не умеет плавать. Рядом с пляжем Ла Пинта находится морской порт Колон. В порту предлагают различные экскурсии, морские прогулки, катание китам и дельфинам, морскую рыбалку, а также можно арендовать яхту или заняться дайвингом. Самые популярные пляжи в Коста-Адехи – это пляжи Троя, Паньяве, Ла Пинта, Эль Дуки и недавно открывшийся Эль Берил.
Пляж Фаньябе всегда собирает большое количество путешественников. Здесь большой выбор ресторанов и кафе, просторный променад для прогулок, есть детские площадки, пляж имеет покрытие из светло-серого песка и везде пологий заход. Фаньябе – красивый и чистый пляж, отвечающий всем требованиям для комфортного отдыха. Такими красивыми зонтиками находится рядом с пляжем Фаньябе и называется пляж Торвискос. Пляж Торвискос находится на одной береговой линии с пляжем Фаньябе и ничем особо не отличается. Пляж Торвискос такой же красивый, чистый и полностью соответствует комфортному отдыху. Рядом с пляжем есть детская площадка, Макдональдс и другие разные кафе. Бесплатный туалет и души, работает спасательная служба, а также есть волейбольная площадка.
Пляж Эль-Дуки считается одним из самых красивых пляжей Тенерифе. Рядом с пляжем находятся лучшие отели острова. Пляж имеет покрытие из светло-золотистого песка с присутствием ракушек. Вся зона купания имеет волнорезы. Есть спасательная служба. Рядом с пляжем на скале находится частное имение в виде огромного каменного замка. Это придает месту особую привлекательность. Пляж Эль-Дуки переводится с испанского как «пляж графа». Скорее всего, из-за расположения замка пляжу дали это имя. Адехи более 10 пляжей. Совсем недавно здесь открылся новый пляж Эль-Берил. Пляж Эль-Берил имеет контрастное покрытие из черного вулканического песка и мелкой гальки, полученной путем дробления камней. Пляж Эль-Берил – прекрасное дополнение к пляжам муниципалитета Адехи. Эль-Берил, Лайн-Рамада и Эль-Дуки – все эти три пляжа соединяют просторные набережные для прогулок. А это невероятно красивый пляж называется Диего Эрнандес. Пляж дикий. Про этот пляж Диего Эрнандес у меня сделан отдельный видеоролик, где вы найдете подробную информацию о пляже и его местонахождении. В муниципалитет Адехи также входят пляжи Эль-Бобо и Троя.
но о них я расскажу в следующих видео.